Известный сургутский долгострой поликлиника «Нефтяник» может распахнуть свои двери уже в этом месяце. Ее строительство началось еще в 2000-х годах, а объект несколько раз замораживали. Изменяли проектную документацию, наконец, достроили. Хотя планировалось, что новая больница заработает еще в конце 2014-го, однако сдачу в эксплуатацию несколько раз переносили. Сейчас идет стадия приемки учреждения, оно будет рассчитано на 700 человек. Устраняются незначительные замечания, выявленные комиссией и контролирующими органами. Ожидается, что после приведения в порядок больница наконец заработает. В связи с теми замечаниями, которые Жилстройнадзор выписал нам, пожарный надзор, после майских праздников они будут устранены и поликлиника будет введена в эксплуатацию. В конце мая это совершенно однозначно. Мы надеемся, что после праздников, там до 15 мая, поликлиника будет введена в эксплуатацию.